Друзья, попрошу вас не перематывать и досмотреть до конца. Меня зовут Денис, и я хочу вам порекомендовать подписаться на мой кулинарный канал «Рецепты от Дениса». На моем канале я буду с вами делиться самыми простыми рецептами. Мы будем с вами готовить из всех продуктов, которые есть у вас в холодильнике, каждый день. Друзья, поддержите наш канал подпиской и готовьте вместе с нами. Ссылка на канал в описании под видео. Также я хочу вам порекомендовать подписаться на наш инстаграм-аккаунт. Здесь вы сможете увидеть самые классные фото, которые мы здесь оставляем. Жду вас у себя в друзьях. Это сейчас Валерий Леонтьев считается одним из популярнейших артистов на российской сцене. А вот в начале 80-х музыканту приходилось мириться с цензурой. Из-за ярких необычных нарядов и оригинальных текстов песен его творчество попадало в категорию «неформат». От полного забвения спас близкий друг, композитор Раймонд Паулс, который выделил певцу целый акт в своем творческом вечере «Святая к музыке любовь». Но чаще всего Леонтьева преследовали отмена выступлений и критика со стороны зрителей. Все это привело к тому, что у Валерия Яковлевича возникли проблемы с алкоголем. «Сколько раз мне хотелось отгородиться от всего внешнего мира лет на 5-7. Я ложился, поворачивался лицом к стене, но через пару часов вскакивал и работал дальше. Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем. К счастью, быстро сообразил, что до добра это не доведет. И чтобы заставить себя остановиться, 4 года отказывался даже от глотка шампанского», — рассказал музыкант.